поймать щуку живца. Ну, целый день как бы сидеть не хочется, но тупо поставлю одну, один спиннинг с поплавочком закину. Оснастка не мудреная, ну, элементарная, можно сказать. То есть поплавок. Тупо продеваю в это застежкой леску. Сюда тройник с узелом. Практически все. Какого-то особого смысла здесь у меня сейчас нет ловить. Метра два. Делаю спуск. И насаживаю сожрец. Привозной. Ловить долго сейчас. На болоте. И такой галенчик небольшой. Щука здесь, если не крупная, поэтому как бы смысла особо укрупняться живцом тоже нет. Все, ставлю спины на подставке. Ну, естественно, маленько фрикцион ослаблю, чтобы если уж утонуло, не утащило. Ну, посмотрим, может, что и получится. Ну, полчасика прошло. Изменений никаких. Живец просто тупо сидит где-то в траве. Сейчас переставлю в другое место, чтобы по ветру маленько сдувало. Посмотрим, что получится. Ей упал. Как-то так, наверное.